Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями по налогу на прибыль при оплате санаторных путевок за счет средств Фонда социального страхования. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривался запрос, в котором указывалось на то, что делать по налогу на прибыль в том случае, если путевки для работников, которые задействованы на производстве с вредными условиями, покупаются путевки за счет средств, которые выделены Фондом социального страхования. Так вот, отвечая на данный вопрос, Минфин проанализировал процедуру выделения соответствующих средств. И Минфин пришел к выводу, что в действительности соответствующие средства – это, по сути дела, те страховые платежи, которые должен был выплатить страхователь в Фонд социального страхования. И исходя из этого, Минфин делает вывод, по сути дела, что как таковые ФСС дополнительные средства налогоплательщику не выделяет, а значит и у налогоплательщика не увеличиваются доходы. Исходя из этого, Минфин делает общий вывод о том, что оплата путевок за счет средств, которые полагалось уплатить в ФСС, не влияет на состав доходов налогоплательщиков. Вообще следует заметить, что вот эта процедура, связанная с приобретением определенных товаров либо оплату отдыха работников за счет средств ФСС, вызывает достаточно много вопросов применительно к налоговым последствиям. Особенно остро этот вопрос ставится по НДС, когда закупаются какие-то товары, и возникает вопрос, можно ли применять вычеты по НДС, а в том случае, если соответствующие товары приобретаются за счет средств ФСС. Ну, на самом деле, я здесь подробно рассказывать об этой проблеме не буду, но у меня на канале есть соответствующий практический семинар, поэтому, кто сталкивается с данной проблемой, могут данный семинар посмотреть, а ссылку на него я сделаю в видео. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.